подходит. Нам уже надо улетать. Ой, я бегу, бегу, бегу уже. Ой, чуть не опоздала. Почему ты так долго? Мне пришлось давать много интервью из-за того, что я выиграла этот конкурс. А, понятно. Ну что, тогда полетели? Да, тем более меня родственники заждались. Да, они, наверное, так рады за твою победу. Наверное. А кто тебя там будет встречать? Ну, мама, ну, сестра, ну, немного родственников. А, понятно, но все равно надо лететь, да. Мы летим! Смотри, Сутра Биби, мы уже почти приземляемся. Ой, как хорошо. Внимание, внимание, самолет не может выполнить посадку. Ищем дополнительное место. О, почему не можем выполнить посадку? А ты посмотри на улицу. Сколько людей тебя встречает? Ты же сказала, только мама и сестренки. О, точно. О, сколько людей собралось, чтобы поздравить девочку мисс Бэйби. Их так много. Поэтому и самолет не может приземлиться. Это для него как раз было место посадки. О, тебе не страшно выходить? Нет, это же мои друзья и родственники. Привет, девочки-красавицы. Посмотрите, сколько куколок Лол я собрала. И все они встречают куклу Мисс Бэйби и куклу Супер Биби. А вот и еще одна куколка Мисс Бэйби. Всего их у меня две. Сейчас я вам покажу, сколько всего я их собрала. Одна куколка Queen Bee, 4 куколки Супер Биби. Здесь у меня 3, а четвертая летит в самолете. 5 куколок Roller Skater и 1 куколка Cosmic Queen. 5 кукол Cheer Captain, 3 куклы MC Swag, 4 Super Babe, 1 кукла Majorette, 2 кошечки Baby Cat, 1 кукла Teacher's Pet, 2 блестящие куколки Crystal Queen, 3 куклы Center Stage, 2 куклы Diva, 5 кукол Merbaby, 4 куклы Royal Hi-Me, 3 куклы Line Dancer, 2 куколки Fresh, 1 рокерша, 5 кукол Hoops MVP, 4 куклы Fancy. Вот их сколько! И я думаю, самое время добавить к этой коллекции еще одного пупсика Лол. Давайте распакуем и посмотрим, какая куколка здесь нам попалась. Так, первый слой и подсказочка. Pet lover. Тот, кто любит домашних животных или питомцев. Следующий слой и бегунок со звездочкой. Оп! Снимаем. И здесь у нас наклеечка, чтобы обозначать, что делает куколка. Ведь у самой куколки тоже есть сюрприз. Как дела? Хауди! Очень хорошо. Сейчас мы с вами, ребята, найдем стаканчик. Ух! О! Вот сюрприз-пакетик со стаканчиком. Посмотрим, какой стаканчик здесь. О, смотрите. Такие стаканчики нам попадались у куклы Фэнси. Вот точно такой же стаканчик. Посмотрим, такая же куколка здесь или нет. Может, в этой серии другая куколка с таким стаканчиком. Посмотрите, шарик не золотистый, а здесь туфельки. Вот такие туфельки тоже похожи на туфельки у куклы Фэнси. Но мы сейчас посмотрим, она ли это. Следующий слой раскроет нам наряд нашей куколки Лол. Точно! Это будет кукла Фэнси. И это уже будет 5-я куколка. Ух! Вот она здесь лежит. Достаем. Вот она, красавица. Наденем красивое платьишко. Вот так. Симпатичные туфельки. Вот так. И достанем диадемочку. Вот она, красивая. Наша куколка Фэнси. Теперь у нас 5 куколок Фэнси. Ой, как трясет самолет. Ой, как трясет самолет. Внимание, внимание. Сейчас самолет будет садиться. Мы нашли место на океане. Сейчас будем приземляться. Пристегните ремни. Самолет приземлился в океане. И, кстати, именно здесь мы можем проверить, какой же сюрприз у нашей новой куколки Фэнси. А проверять это мы будем вот здесь. Итак, здесь у меня холодная водичка. Посмотрим, меняет ли цвет куколка Фэнси в холодной воде. Нет, не меняет. И предыдущие куколки у нас тоже не меняли цвет в холодной воде. Теперь мы попробуем ее накормить и узнаем, что она делает. Так... И... А-а-а!
плачет, смотрите. О, как у нее слезы текут. С одного глазика сильно текут, а с другого плохо. Итак, это у нас третья куколка Фэнси, которая плачет. А две куколки у нас писаются. Внимание, внимание, пассажиры, выходите и садитесь в спасательную шлюпку. А вот и спасательная шлюпка. Ой, надо сюда залезть. Вот и приключение. Мисс Бэйби, где ты? Выходи. Я боюсь, куда это мы с тобой приземлились? Это же открытый океан. Здесь могут быть акулы, разные животные, понимаешь? Разные опасные животные, понимаешь? Не бойся, давай залезай. Ага. О, смотри, мисс Бэйби, куда это мы приплыли? О, я, кажется, вижу какое-то животное. Посмотри туда, Супер Биби. Смотрите, девочки, какое животное увидели наши куколки Лол. Это же черепашка. Мама-черепашка и малыш. Мама и малыш, которые плывут в океане, отдыхают, спокойно наслаждаются теплой водичкой. Они могут плавать в воде и ходить по земле. Little Live Pets. Смотрите, как ребятам нравится играть с этими черепашками. Они бывают разных видов. И даже принцесса-снежинка есть. Черепаха со звездочками. Черепашечка со сладостями. И вот наша черепашка, арбузная черепашка. А также продается еще специальная корзиночка, домик для черепашек. Малыш очень любит кататься на маме. Давайте скорее достанем этих черепашек и посмотрим на них поближе. Так. Смотрите, а вот и аквариум для них с растениями, сердечками и ракушечками на дне. И вот наши черепашки. Мама-черепашка. О, какая она классная. И маленький малыш. Смотрите, какая это черепашечка. У нее голова болтается, ножки болтаются. Здесь срезанный как будто бы арбуз с кусочками арбуза и с косточками. И вот малыш с рисунком арбузной корочки, который крепится прямо на маму с помощью присоски. И если нажать на эту кнопочку, то она будет плыть. Вот так. И самое время попробовать ее в воде. Смотрите, как она плывет. Ну и черепашечка, классная. Она как настоящая. А малышу как нравится на маме кататься. Ты видишь эту черепаху? Да. Ой, а смотри, на ней маленький-маленький малыш. Да. Они хорошие? Да, очень. Я хочу туда прыгнуть. Не надо. Я хочу.